В Кызыле утром 9 декабря произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и двое пострадали. В 5 утра в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в Кызыле на улице Кочетова напротив гостиницы «Мангулек» произошло дорожно-транспортное происшествие. В настоящий момент выясняются причины произошедшего. По данному факту ведется проверка. По предварительным данным установлено, что мужчина 93-го года рождения, управляя автомашиной марки «Шкода Октавия», двигаясь в восточном направлении, при повороте не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие линию электропередачи. В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончались водитель и пассажир автомобиля, молодой человек 95-го года рождения, еще два пассажира, девушки 97-го и 93-го года рождения, госпитализированы в республиканскую больницу номер 1 с травмами различной степени тяжести.